такой узорчик вяжется на палантины, на шарфы. Это разбор игл у нас идет. Три в работу, пять оставляем, три в работу, пять оставляем. Что-то язычки позагнулись уже. Цепочку из воздушных петель набрала. Пятьдесят девять штучек. Декером шарфик свой. Так, та ниточка. Каретка у нас вылетела. Так. Так. Теперь ставим рычаг Б с левой и с правой стороны в работу. И рычаг А у нас в неработе. И справа, и слева. Так. Сейчас мы сделаем. Навешаем все свои.
прибамбасики, отвесики. Три иголочки оставляем в работе, а эти выводим из работы. Так вот начинаем вязать. Так, что-то я захватила, да? Ниточку под иголку. А вот в чем дело. Так, теперь эту заводим. Вот. Что у меня так туго идет-то, господи. Ниточку под иголку. Эти выводим. Первые ряды будут мешать. Это отвесная гребеночка. Вводим. Сейчас первый ряд провяжем, а дальше пойдет хорошо. Так, четвертый, да, получается. Так, ниточку не забываем. Узор будет видно. Так, уже на втором, когда в обратную сторону пойдем. Так, смотри, как она не дает. Поднялась уже наверх. Сейчас уже тут маленько осталось. Аж погнулись эти. Здорово. Так, что делают? Сейчас. Тело петля меж. За этим надо строго следить. Они так и стараются убегать.
Опа. Под две. Одела. Самое главное не забывать под иголочку поддевать ниточку. Так. Этих протяжечек, если машина берет, можно и побольше делать накидов. Ну, я показала, как самое простое. Вот третий раз пошли. Опять наклоняться уже этот начал. Надо отвес сюда вешать. А? Узор показывай. Сейчас. Ну и так далее. Это у нас тут с левой стороны, это я хочу вам узор просто показать. Какой получается такой вот. Ой, спустила. Ну все, Миша.